Я думал, ты придёргнулся, да, ты основывал вечером в ночь, там, сразу, да, сюда. Потом покурил, да, я расчёркнул, да. Ты прямо вот чисто снимай, чисто его. И он туда подвинулся молодому человеку. Да, на меня расскажете обо всех интересностях вашего фестиваля, чем уникален, впервые ли проходит, сколько участников, какие цели и задачи. Можно? Здравствуйте, меня зовут Ярослав. Я представляю некоммерческое, межрегиональное некоммерческое движение «Здоровая нация». И сегодня мы здесь проводим мероприятие «Дворцовый спорт-переворот», как ни странно, в Дворце спорта на Горном. И сегодня у нас здесь представлено несколько площадок. Мы решили сделать небольшой свободный фестиваль для всех жителей города и представили 7 площадок. Сегодня у нас здесь представлено такие, как воздушная йога, акро-йога, кудо, единоборство, функциональная зона, зона силового, так сказать, экстрима, жимовая зона, зона балансбордов, так сказать, зона равновесия и танцевальная зона, где тоже также представлено несколько направлений. Мероприятие проводится у нас в первый раз, но уже на самом деле вызвало такой сильный резонанс в обществе, и очень много людей к нам сегодня пришли. Какое количество участников? Ну, смотрите, уже в центре порядка 100 человек, но мы ожидаем, вот мероприятие только началось, мы ожидаем, что около 300 человек у нас сегодня пройдет, это точно, вот, может даже больше. Какие цели вы ставите перед мероприятием? Цели перед мероприятием у нас простые, мы хотим показать жителям города, что какие вообще активности есть у нас, чем можно заниматься, и сейчас уже началась весна. Скоро люди будут заниматься и также на улицах, и большинство видов, которые сегодня здесь представлены, можно также заниматься и на открытых площадках уличных города, то есть и мы сегодня расскажем людям, где можно будет позаниматься непосредственно летом уже на площадках. Вот самые необычные какие-то занятия, почему можно раньше вообще необычные все занятия, вот, но одно из самых новых это балансборды, они у нас вон там чуть подальше находится. Вот. Это равновесие как на сноуборде, как на серфинге, как на... В общем, все, что на равновесие люди делают, это связано с балансбордами у нас сегодня здесь. Но любовь к спорту, нижегородцев все как-то активнее и активнее, да, не проявляет? Да. Это прям бесспорно. Я думаю, достаточно. У вас фамилия Кучев? Кучев, да, Ярослав. Просто забыли представить. Фамилия какая-то. Спасибо большое. Конечно, вот там же есть нам даже. Вы сейчас поснимаете, там сейчас танцы через 5 минут Thank you.
себя Сейчас могу не снимать.
Сегодня очень интересное событие проходит. Давайте с самого начала. Меня зовут так-то, представились и дальше. Меня зовут Владимир Подымников, председатель Нижегородского областного отделения Федерации КФУ России. Сегодня проходит очень интересное событие во Дворце спорта на Горном. Это мероприятие называется «Дворцовый спорт-переворот». Несколько мастер-классов по абсолютно разным видам спорта, оздоровительным каким-то практикам проходит под одной крышей. Очень много людей, очень много молодежи сегодня пришло. Не может не порадовать. Сегодня ребята покажут мастер-классы по единоборствам, воздушные йоги, несколько направлений танцев и разные силовые тренинги. В формате вопрос-ответ. Я понял. Ну, ладно, все, достаточно. Ну, в принципе, немножко мы... Перед тобой. Дальше разводим ноги в сторону.
Если ты хоть чуть-чуть сбегаешь вперед, получишь, можно. Интересно. Да, да, да. Если ты не спины.
Thank you.
4 девчонки.
Хватайтесь за длинные скрупы.
Так, начинается. Ну что, пойдем, Дюн. Идите. Бежали, фоткаться, идем, встаем, встаем, фоткаться. Ярик, тебя одного ждем. Так, вот если вы встанете, то вы закроете 5 человек. Как минимум. Ага. Все готово? Чуть-чуть маленько, давайте сразу пошевелимся. А, только если руками машем, лица не сгораживаем, хорошо? На уровне груди, примерно. Ага. Так, внимание. Еще движуху маленько, что-нибудь покричали. Еще не слышно. Все, благодарю. Всем спасибо. Все продолжаем. Thank you.
Подошло к хронологическому завершению, точнее нет, уже подходит к хронологическому завершению замечательное мероприятие «Дворцовый спорт Переворот». Друзья, мы рады, что сегодня вы были с нами или смотрите нас сейчас. Мы всех призываем смотреть наш канал дальше и приходить на тренировки, на уличные тренировки, на тренировки в помещениях, на любые тренировки. Занимайтесь здоровым образом жизни вместе со здоровой нацией. Всем ЗОЖ!
Говорите погромче, хорошо, чтобы ребята там слышали, я оборачиваюсь туда. Я образом. Меня зовут Максим, и я представляю компанию «Китайский чай». Мне кажется, что чай и спорт – это идеальное сочетание, потому что они оба дают человеку здоровье, позитивные эмоции и идеальны для хорошего общения. Чай насыщает наш организм полезными минералами, различными витаминами и аминокислотами. А есть чаи, которые могут также хорошо очистить организм, взбодрить перед тренировкой или расслабить после. Поэтому чай и спорт созданы друг для друга. Чаи бывают у нас разные. Китайский чай достаточно разнообразный. 6 категорий чая. Все представлены у нас в магазине. Можно прийти, попробовать чайку. Прямо на дегустационном столе заварить себе чай, найти свой чай. Также во время чайной церемонии, которая у нас проводится регулярно, можно узнать побольше о чайной культуре и вернуть забытые во многом традиции чаепития, хорошего настроения и здорового образа жизни. Так что приглашаем всех, заходите, чай вкусный, полезный. Убедиться в этом можно просто попробовав китайский принцип «выпил и понял», самый правильный для того, чтобы попробовать хороший чай. Угощаем всех, подходите. Вот как раз пришли, они... чайку, да. Отлично, мы как раз в Тигуанин идем. Как раз я угадал, да? Да. Мы обещали, что мы придем как раз. Да, вот, угощайтесь. На здоровье. Так и есть, выпил и понял. А, ребят, что вы можете сказать об этом чае? Бодрит. Отличный китайский чай, очень качественный и вкусный. Действительно бодрит, придает тонус, ну и хорошее самочувствие. Наверное, хочется продолжить занятие после принятия такого чая. Да, особенно учитывая то, что мы находимся здесь немножко жарковато, горячий чай, он на самом деле еще и способствует нормализации вот этой температуры, потому что форточки здесь не откроешь, иначе продует, а вот как раз горячий чай, он позволяет не так потеть, скажем так, наверное, говоря простым языком. Приходите к нам за вкусным чаем на Рождественскую, 18, китайский чай в Нижнем Новгороде ждет всех, напоим всех, приходите. Все? Можно еще чуть-чуть это, именно порцию им пополивать. Не так, чтобы все время. А так, раз чуть-чуть, полили, отпустили. Все достаточно. Хорошо. Все, спасибо. Все, благодарим.